У память об славутым земляку у Слонями открыли бюст былого старосты города, поэта и композитора Михала Казіміра Агінскага. Замім гэтага политичного деяча связаны колишний росквіт населенного пункта, який сёння з'яўляецца одним из районных центров Гродзенской области. Так, по инициативе Агінскага был створен канал, что злучил реки Припять и Шчару. Так само староста и меценат побудовал у Слонями некалькі предприемств, типографию и драматичный театр. Апошні, до слова, карыстаўся популярностью по всей Европе. А музыку и либретто до спектакля нярэдка писал сам Михаил Казімір. За любовь до творчості его называли гетманом кларнетом. Идея увековечить память Агінскага возникла давно и нарешті была увасоблена у життё. Бюст политичному деячу и керовнику открыты каля Слонімскага театра.